Так, друзья мои, за полуфинал третье место получает у нас Петров Дмитрий Михайлович. Ура! Да веселее, Дим, веселее, ну что ты? Дмитрий поймал карпа. У нас на 385. Браво! Второе место занимает Щенёк Игорь Иванович Латышино. Молодец! Уважение и респект. Саня, готовься. Друзья, и конечно же первое место занимает Павлов Александр Викторович Волоколамск Тимонина. Поймал его! На 7 килограмм 240 грамм. Иваночка. Друзья, это замечательно. Ваше достижение, ваш успех мы добьемся вместе. Но он должен награждаться. И награждаться денежным награждением. За третье место у нас Дмитрий Петров, город Волоколамск, получает 69 тысяч рублей. Дмитрий поймал 27 ноября 2022 года окольцованную щуку, мою именную, на 47 тысяч вознаграждения с бриллиантом. Второе место. Щенёк Игорь Иванович Латышино. И первое место. Павлов Александр Викторович. 89 тысяч, друзья. Молодец! Так что всем уважение и респект. Молодцы, парни. Так, продолжаем. У нас впереди еще мощный финал, друзья. Готовимся. И вместе мы достигнем успеха. За второе место не сказал, сколько денег. Второе место у нас чуть. Это не важно. Главное, нормально. Так что... Мы все вместе. Ура!